А дня рождения вообще ничего не ожидаю. Наконец-то! Как я хочу себе уже свою ванну с огромным зеркалом. А где моя маска? Здесь она! Очень весело. Показать, короче, что мне подарили на день рождения. А, ну чувствуете? Картиночка изменилась, нет? Всем привет! Все начинается стабильно. Почему я всегда влоги начинаю именно в этом положении, в каком-то непотребном виде? Что-то очень долго рассказываю, но я постараюсь очень долго ничего не рассказывать. Стену я, кстати, себе до сих пор не доделала, и очень надеюсь, что в марте я ее сделаю. Я постараюсь почаще менять локацию, чтобы не так было... Сегодня такое настроение летнее, немножко домашнее, вот такая вот я. Господи, какой визуальный шум. Рождественский влог. Сегодня вроде бы 17 или 16. Короче, до моего дня рождения осталось где-то 2 недели. Вот оно у меня 2 марта. По подготовке я купила только блестяшки на фон. Я не платье, ничего нет, вообще ничего. Я знаю, что мы пойдем в ресторан. И примерно знаю, какой у меня будет торт. Потому что мне его будет делать мама. Потому что она кондитер. Вот. И все. Вот, кто смотрел мои предыдущие влоги и шорты, знаю, что я лечусь. Продолжаю лечить свое лицо. Вроде успешно. Если честно, настроение прям очень весеннее. Даже как будто бы хочется сделать генеральную уборку в комнате перед днем рождения. Как будто это что-то поменяет, но, возможно, было бы легче. Вообще хочется разобрать все говно, половину всего выкинуть. Платье — это пипец. Я себе давно еще выбрала, какое я хочу себе платье, но моего размера нет. Вот. Ну, там есть приблизительно такой размер, как у меня, но есть вероятность, что он не будет слишком большой. Поэтому надо заказать померить. Еще аксессуар, еще обувь к нему нужна. А дня рождения вообще ничего не ожидаю. Вообще ничего. У меня есть определенные желания, но очень злая, хорошо расстроена, потому что я знаю, что, скорее всего, ничего не получится, то, что я хочу. Вот, то, что мои мечты не сбудутся, которые я как бы, ну, не запланировала. Придумала. Чтобы в день рождения либо очень сильно оправдываться, либо не расстроиться. Девчонки, строение фэшн просто на улице... Господи. На улице солнышко такое, и очень захотелось погулять. Вот, я позвала своего Владислава, посмотрите, какая замечательная тушь, но она осыпается. Дайте, подожди. Что он делает? Сегодня такой день, продуктивный. Ну, я встала в час дня, конечно. Вот, ничего не делала. Потом мама такая напомнила: «Настя, ты не хочешь разобрать свои сумки?» Я разобрала свои сумки, значит. Я действительно была до хрена, я некоторые уже продала сразу же, вот, и мне осталось пару сумочек висеть, и я думала, как можно это все классненько сделать. Я просто маленькие сумочки положила в большие, ну, как бы логика, да? И, естественно, пошла все дальше. Я разобрала полушкаф, ну, верх там не разбирала, но одежду. Я разобрала свою одежду, естественно, у меня тут пакет на выброс. Я, короче... доделала один из своих заказов, вот, коготь. Очень сидела у себя футболочку, вот, и сейчас я хочу тоже сделать, ну, может быть, видос, и я куча вот таких вот разных обрезков с рисунками, типа, и, ну, то есть не в скетчбуках, они просто лежат у меня в папке, я, короче, придумала, как их можно сохранить, я тоже сейчас при этом шорты сниму, вот. Ну, я сегодня съездила на учебу. Вот, сходила, купила на 23 февраля. Буду мальчикам в нашем группе делать такие, типа, букетики. Раз показать. Вот. Ну, Владу купила, Тимофею. Вообще еще ничего не покупала вроде. Что-то купила домашку. Еще, возможно, я смогу купить себе платье, потому что я попросила бабушки заранее мне денежку прислать. Есть хорошая новость. Бабушка мне скинула денежку заранее, я себе закажу платье, точно, и вообще образ к дню рождения. Я знаю точно, невозможно, я возможно. То, что, скорее всего, я возьму себе телефон новый, куплю, я об этом очень давно мечтаю. Я очень плохо сплю, очень плохо себя из этого чувствую. Учеба просто вот так вот. Ищите 23 февраля, я вон там.
сейчас где-то вон два подарочка стоят, собрала. Это мальчиком с колледжа. Ну и своим там тоже. Короче, я вообще... Что-то у меня с режимом лютые проблемы. Угу. Пока продуктивно. Ну, относительно, конечно. Я пытаюсь максимально быстро собраться. У меня ничего не получается. Я вообще еле встала сегодня. Вот. Такая вот я сегодня красивенькая. Нужно уже по идее бежать. Всем привет! Это мой клуб. Это, ну, как сказать? Ну, идиоты мы, получается. Ну, ладно, не мы идиоты. Пары-то не будет. Блин, у меня какая-то странная привычка не показывать ничего в процессе, а просто потом рассказывать на одной и той же локации. Вот, я пытаюсь это исправить. Угу. Нас сегодня забрали пофоткать рекламисты, представляете? Вот. Наверное, фотки, если будут красивые, я их выложу в телеграм-канал. Именно это описание, ну, хотя бы примерный вид... Сегодня мы учимся дистанционно. Вчера было 23 февраля. Мы его никак не празднуем. Кстати, да. На улице очень классно, очень тепло. Мы уже немножечко раздеваемся потихонечку. Да, вот так вот. Сегодня мы у Владислава. Я им взяла кошачьи мяты. Бен, ты кошачьи мяты. Ура, я у Влады забрала стабилизатор камеры. Теперь я могу нормальненько снимать. Вот. Мы сейчас поедем домой ко мне обратно, потому что он придумал снимать клип. Бэкстейджа не будет сегодня. Диод, блин. Давайте немножко день рождения, что ли, покажу, то у меня как бы влог с дня рождения. А ничего по поводу дня рождения я вообще не показываю. В общем, я заказала суперскую милоту. А, завяжу пучок. Неряшка, ванилька, блин. Да насрать уже, короче. Заказала я вот такую штучку, типа, нашу себе. Вот так вот. Да? Вот. И к ней подарок. Вот такая вот маленькая пошла. Я ее на ручку буду завязывать. Но она из другой ткани. Типа какой-то поролон, не знаю, что это. Можно еще вот так вот. Знаешь, ты 5 лет. И просто... Я не хочу просто целиком показывать платье, потому что, во-первых, его нужно надевать, во-вторых, ну, как бы спойлер, но все равно скоро увидите его. Вот. И мне еще пришло наконец-то. Я это хотела, я не знаю, с какого года, 18-го. Я просто пипец с ногтями, короче, я попросила маму, ну, если получится сегодня снять хотя бы. Во-первых, посмотрим, насколько они отросшие, да, у меня. Уже есть ногти. Ну, видно, что они отросшие. Во-вторых, у меня, короче, там просто отслойка на отслойке. Они у меня сломаны все. А, типа, ну, я с ними перехаживала уже, потому что в пятницу у меня прямо перед самым днем рождения маникюр. Ну, я боюсь, что я не доживу с ними. Еще. У меня есть один предмет, который я не могу подписать вообще. И типа я такая думаю, если у меня в мой день рождения он будет, особенно лучше, чтобы он, конечно, был первый пар, чтобы утречком съездить, то я обязательно поеду. Я поставила его первой парой. И не видать мне. Вкусный подъем, 12 часов утра. Я поеду туда. И сейчас я буду делать себе... Футболочку, хубочку. Выложу шорт. Темную физу. Опять некие проблемы. И я хочу... У меня есть алоэ большое.
Хочу себе сделать маску алоэ. Короче, как называется? Алоэ, оно, короче, высветляет. Вот я знаю, что цианинец, там это вся фугня. Короче, сейчас я оторву маленький кусочек вот этой штучки, как пчелотлянка. Я надеюсь, прям так она начала говорить, что у меня немножко как бы пройдет в дню рождения, потому что я не хочу вот таким вот лицом. Я решила его замазать, все дофига на самом деле. Буду показать. Какие маленькие иллюзии, какие большие, алые. Короче, я вот на лицо, ай, здесь просто намажу, а вот сюда как раз я намажу хорошенько и пленочкой. И просто сейчас со временем у меня лицо немножечко позеленеет, пожелтеет. Ну, пигментация как раз это появится. Оп, я мажу. На кусочки. Можно маленький кусочек. Попробуйте. Ну, не очень. Можно вот сюда, многовато. Если честно, как будто бы ничего не изменилось, не знаю. Да и пофиг. Короче, вот я доделываю свои тут эти работы все. Вот так вот. Какая-то у меня максимально невеселая. Неактивная неделя перед днем рождения. Ну, я уже все купила, что мне надо. Я пытаюсь повысить свои скиллы. На собрание на графическом планшете. Ну, относительно получается. Лучше, чем, конечно, впервые. Знаешь, сегодня только понедельник. Но ощущение, будто я, не знаю, 4 дня уже сижу. Я сегодня целый день за столом сижу, что делаю. С 8:30 утра. Прикиньте, время уже 10:30. Офигеть, на улице уже просто аквапарк какой-то. Но весна, весна, девочки. Весна. Блин, я забыла снять. Всем привет, это мой новый влог. Мы с Тимофеем... Ой, мы с мамой ходили к Тимофею на тренировку. Сейчас нас забирает папа. Лакшери. Ну, я, конечно, сегодня писаться. Пока. Сегодня первый день в моем кроссовочке. Я хочу запечатлеть момент их белоснежности. Идеальная погода, чтобы их начать выгуливать. Ну, а когда еще? Правильно? Я тоже так считаю. Аккуратно будем ходить. Главное, не стереть ноги в первый день. Так, давай, я тебе буду давать скотч. Сейчас. Ну, а то держи, что ты тратишь, да? И давай, посиди. Прикольно. Вот. Вот я завтра буду так вот фоткаться. Ой, не завтра, послезавтра. Я наконец-то дошла до своего мастера по маникюру из соседней комнаты. Я очень жестко переходила с ногтями. И наконец-то я буду их делать. Так, Мария делает уже мне торт. Ой, ой. Мама! Там вот такой вот крем, короче, и вот мне новый маникюр, наконец-то. Девочки, я наконец-то сделала маникюр, вот, просто супер, с колечком, бля, я не могу, я так этого ждала, просто, я не знаю, месяц я ходила с теми обломышами, просто сегодня настроение хорошее, собралась. Сегодня день интересный, насыщенный, пары я пропустила, по утрам сидели, делали ногти, вот, тут такое у меня. Короче, я сейчас поеду в апартаменты, завезу свои шмотки и потом поеду ближе к вечеру с родителями в магаз. Я хочу пожаловаться. Мне нужна большая дорожная сумка для косметики, потому что раз, уходовая косметика, да, вот это вообще ни в одну не поместилась косметичку, моя штучка на голову. Я очень долго выбирала среди 4 или 5 ободков, но выбрала из мантика. Потом. Вторая огромная косметичка с уходовой косметикой, да? Ну и такая средняя косметичка с косметикой уже, да? Там все кисточки. Все, там все. Да, тебе нужна, потому что замечательно. Я пойду, говорю, свой день рождения на пару. Еще 7 лет. У меня вообще-то блог
Ну и, короче, по мелочевке всякого. Вот. О, замечательно. Очень кайфа. Боже. Вот я взяла квартиру, и вот это... именно в этой квартире мне не нравится ванная. Нужно разбирать мои косметички. Ну все, я, короче, все разложила. Такой свой весь уход. Туда тоже. Все стоит там свое постоянно. Разложу на свой косметик. Даже на стаканчике. Шампунь, кондиционер взяла. Это будет все, потому что тут только вот эта штучка. Сука, ты меня уже заебала, блядь. За что? Просто если брать такую занавеску, мне кажется, она должна быть, ну, что, с двух сторон. У меня просто на... У меня просто на кухне она не такая висит. А вот тут смотри что. А вот тут смотри. Мы уже строительный магазин. Точнее, мы уже очень много чего посмотрели. Я себе нафоткала то, что мне нужно для комнаты на даче. Вот так вот. Мы тут набрали уже целую тележку. Хочу себе уже свою ванну с огромным зеркалом вот таким, да, и там собираться. Короче, мы уже вот тут вот всякое делаем, точнее, Владик делает, я уже легла, я сделала салатик, он там ужин готовит, сейчас покажу. Это будет, это Влад, он будет делать мои любимые... Давай, снимай! Я не показывала свои трусы. Он чёрный, наггетсы, такие соски, пятчики и салатик. Вот. Я в Париже. Don't I'm on a sweet treat, je ne veux pas de... В общем, я уже собираюсь. У меня опухшие глаза, я вчера плакала. Владик мне вчера вечером подарил. Вот, подарочки уже. Я собираюсь. Я поехала на учебу. У меня аж. Короче, все, я сходила на одну пару. Вот, у меня тут, да блин, пакетов дофига девочки подарили. Я обязательно. Как меня достали за свет. Я все выложу в Телеграм, во влог. Девочки, просто меня так поздравили. У меня никогда такого не было, реально. Это, я не знаю, такие эмоушены. Так, где моя маска? Дай быстрее. Сейчас уже такой напиток. Предыдущий я забыла снять. Я постараюсь ставить скрины. Он ведет себя очень плохо. Тайлер Дёрден. Родители. Родители родителей. Анастасия, ты его нашего коллектива позвольте вас поздравить с днем рождения. Подарить вам этот дезерт. Мы уже после ресторана идем, едем ко мне домой. Там все семейство. Тут два. Всем семейством идем домой. Сейчас я буду у всех интервью спрашивать. Вам все понравилось? Все понравилось, все хорошо. Да, все. Посидели, погуляли. Да, все круто. Отлично. Сейчас будем поворачивать налево. Да, я знаю. Для моего влога. Нам понравилось, бабушке не очень, как обычно, в принципе. Мне очень понравились очень вкусные говяжьи щеки. Конечно, кому что нравится. Щекам щеки нравятся. Вот. Бабулинг. А я, как обычно, пытаюсь завоевать. Это, короче, есть буквы, что тебе понравилось. Главное, что понравилось мне. Главное, что понравилось тебе. Я рада. Для тебя, чтобы ты получила эмоции. Было
тебе вкусно? Да, мне все понравилось. Да, я... Аронь посидела. Да. Аминь. Круто. У меня даже хорошее настроение. И мы счастливы. И мы счастливы. У нее даже хорошее настроение. 53 года, можете свечки полностью... Да, Настя, не портите. Блин, я снимала, мы сидели дома, короче, с бабушкой, с дедушкой. Сейчас приехал мой крестный, вот. Я с цветочками сижу. Тут эта блестюшечка у меня. Красота, короче. Поэтому мне как-то... Чё они тебе тут грузят? Я просто сайкл. Перехожу на личность. Да, женщина, а не гостя. Я могу мне готовить еду. По-моему, это самое интересное, что происходило за неделю. Я понял, что не будет. Ой, день рождения. Ты уже все? Я уже просто все. А какие там офисы? Джек. Ты ревнуешь меня к Владу, скажи честно? Ну, вообще-то нет. Нет? Нет, потому что ты моя сеструха, братуха, он какой-то левый. Ну, в смысле лево, а я за него замуж собираюсь выходить. В смысле? А как же я? Ты все разлюбила меня, да? Ты против, чтобы я замуж вообще выходила? А как же мое личное счастье? Я твое личное счастье. Ну, нет, подожди, ну смысле, я... Да. Я же должна выйти замуж. Ты никому ничего не должна. Родить детей. Ты никому ничего должна. Нет, ты как считаешь, я должна родить замуж. Ой. Мы влог снимаем. А что это? Сестра твоя старшая? Нет, блин, влог, что? При тебе тут, значит, переодеваться. Так, значит, как бы я... Такая попа большая. Блин, я забыла дальше про влог, короче. Мы уже давно осень давно приехали, короче. Я не знаю, что говорить. Я пила просекко, потом вино белое. И смотрю женский стендап. Варя Щербакова сейчас выступает. Мне очень весело. Я извиняюсь, что я суку. Видим. Ну, я хочу показать, короче, что у меня подарили на день рождения. Помада очень классная. Блеск, извините. Вот это мне Лизочка подарила, еще денежку подарила. И масочки. Лера мне подарила вот такой вот скраб. Он очень вкусно пахнет кокосом, просто это, я обожаю кокос, я чуть не умерла. Косметичку, вот очень удобно, мягенькую. Вот такие вот раскраски с нами, девочками. Ну и так далее, там вот очень много разных раскрасочек. У меня открытушку. Но мне отдали всех этих мужиков, вот, которых они меня поздравляли. Они всех, Егор Крид. Умотал по своим делам. Ну ладно, самые лучшие остались. Что мне подарила Владик? Вот такая вот милая пиджамка, цветошка. Я теперь не хочу эту штучку розовую снимать. Мне нравится очень. А ну как раз покажу. Это мне родители подарили. Вот такой вот шарик. Огромный. Который просто вот. Ай. И так дальше. Владислав мне подарил вот такие вот очки. Это все было по моему заказу, естественно. Сиренокор. И вот такой вот серебряный браслетик от Соколов. Это такие тоненькие, маленькие. По-моему, вообще классно. Бабушка мне подарила карандашик. Ну, я его до конца, конечно, распечатала сейчас. Блять. Я не успела показать, я уже сломала. Подарочная карточка ИДБТ. Да, вот такая шкатулка. В темно-зеленом цвете бархатный просто главное офигенная. То есть я уже. А там внутри еще есть ярус у нее. Так-то так поднимается. Не поднимается, но что внутри еще. Прикол-то в том, что бабушка мне до этого еще дарила денежку, и я купила свое платье, обувь и аксессуары к дню рождения. Поэтому... Забыла самое главное показать. Лерка мне еще вот подарила такой пивной пинг-понг. Вот, я еще не играла. Еще что? Ну, Тимоша мне подарил тоже цветочки, большую шоколадку, открытку. Не леденитель, но огромное, очень классно. Вот такие вот... Что это? Спайперчатки, вот. И носочки чьюпа-чьюпс. Вот. Ну, еще он подарил мне денежку тоже. У меня есть свечки, которые я не использовала. От родителей. Короче, они мне подарили цветы. Ну, то есть я захожу, и там, типа, цветы, привязан вот этот шарик к просеку.
Вот. И стоит конверт. Ну, я типа открываю, там пранк, там 1000 рублей лежит. Вот. Я такая, ха-ха. И потом они мне дали основной конверт, там намного больше, что я заказала себе уже один подарочек, который я очень давно хотела. И, кстати, он из моей карты желаний. Поэтому я могу сказать, что она у меня исполняется уже. Идет в субботу, вот, потому что, да, я делала под заказ, как бы. Я вам потом все покажу, вот это вот. И за день до этого я ездила в Леруа Мерлен и купила себе вот такое вот новое милорастение, вот. Вот эти французские розы, это от родителей. Красный тюльпанчик, это от бабушки с дедушкой, а внутри розовенький, это от Тимофея. Вот это вот от Владика. Только что-то он уже под... это... как будто бы вянет, но я его подрезала. Я его поставлю за ними ухаживать, чтобы они подольше стояли. Такая эстетка. Кстати, я не показывала то, что я купила на подарочную карту. Вот. Такие вот штучки. Ну, конечно, по мелочевочке, но все равно. Приятно. В общем, после этого я ничего не снимала. Но чувствуете, картиночка изменилась, нет? Теперь видно все мое страшное лицо, ужасно, в ужасном состоянии. В общем, да, мне пришел новый телефон, я заказывала себе. Распаковку я выложу в шортс обязательно. Вот, еще пришла мне косметика тоже от Владика. Ну, это на 8 марта уже. Вот, тоже распаковку выложу. Поэтому вот так вот. Теперь у меня наконец-то новый телефон. Че, кайф? Блин, теперь будет хорошо видно мое страшное лицо со всеми недостатками. Я купила такой вот розовенький чехол ему уже. Все розовенькое у меня. Вот. И прозрачный еще купила. Наконец-то я теперь могу снимать под разными ракурсами. Всем спасибо за просмотр этого длинного влога. Я надеюсь, я оправдала ваше потраченное время. Всем спасибо, всем пока.